Несколько автомобилей с праздничной гуманитарной помощью отправили сегодня из Северной Осетии в Запорожскую область и Донбасс. Собрать груз в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы» представителям президентского движения помогли руководство региона, сотрудники ведомств, организаций, а также неравнодушные жители. Квадроцикл, миноискатели, тактические прицелы и наушники, предметы личной гигиены, шерстяные носки, теплые вещи и многое другое. Все это для бойцов ко Дню защитника Отечества. В погрузке посылок активно участвовал ресурсный центр «Доброволец Кавказа» и студенты Горского государственного аграрного университета. Дополнительно Народный фронт предоставил нам помощь в размере 6,5 миллионов. Это специальный внедорожный автомобиль, приборы ночного видения, квадрокоптеры, прицелы, специальные технические средства, которые мы тоже вместе с этим грузом доставим нашим бойцам, чтобы они с честью и с полной отдачей выполняли свой долг. К праздничному сбору присоединилось региональное отделение движения первых. Ребята для наших бойцов передали 800 писем от школьников. Каждая наполнена детской искренностью и теплом.